Ай, какая это прелесть, такая агрегатность. Да. Мне это очень нравится, себе как конечно такую же штуку и купил. Чтобы это было понятно, да, куда я поехал, сейчас объясню. Докуда я доехал? Я практически доехал до Лазурного из дома. И у меня, в принципе, хватило еще и двух диапазонный переключатель. То есть я полностью его не израсходовал. А это говорит о том, что мы можем проехать очень далеко. Даже невзирая на то, что некоторый шум возникает, естественно, потому что скорость-то мы же не маленькую выбираем, да? То есть, в принципе, я съездил, и в результате этой поездки я реально сэкономил 300 рублей. 300 рублей. А если вы работаете и каждый божий день катаетесь на этом агрегатике, да, то, как бы вам сказать, ну, если вы ездите совсем недалеко, а где-то рядышком, и это вам очень сильно будет необходимо, то есть до работы, в сад, естественно, да, в принципе, везде и всюду вы можете кататься спокойненько, да, то вы же должны понимать, если мы... Как бы вам сказать, то на машине на своей я расходовал сумму примерно 15 тысяч рублей, так за сколько она у вас окупается? Вот этот небольшой агрегат купится у вас всего за 2 месяца. А если вы чуть-чуть побольше агрегат возьмете, который я себе взял, естественно, то в принципе он окупится, ну, за какие-то небольшие 3 месяца полностью. Вы понимаете, что это полностью? А теперь мы вам сейчас покажем, куда мы приезжаем. Естественно, где мы находимся. Мы едем по улице Западный проезд 381. Вот, видите, маяк. Видите? Вот он. Мы оттуда выезжаем. Сюда. Сейчас покажем, куда мы проезжаем. Мы закатываемся вот сюда, вот здесь. Они продаются. И потом, вы знаете, сколько их уже было продано? Ай, сейчас начнутся все товарищи очковать. Потому что за последние 2 недели их продано 70 штук. 70 штук их продают вот здесь. Клево, да? Программа «Автостоп» – чудовищно дорогое удовольствие. По сути, это минимум 3000 единиц валюты в месяц или бесплатный Леха, то есть я. Потому что для съемок в машине нужны 3 оператора, а не 2. И тогда будет проще и со звуком тоже. Поэтому нам скажите спасибо, что мы вас радуем практически за бесплатно. А пока вы смотрите, вопрос покупки скутера – это 2-3 месяца. По 15 тысяч, если это бензин, и месяц, если вы катаетесь, убирая по городу или на банное больше. Тогда, может быть, и месяца хватит. При этом пробок нет. Вопрос, где? Вот оно, то самое место, где все в идеале. На шоссе Западном 381. И когда мне говорят, я еще раз объясняю, это грамотный принцип работы. Вы понимаете, я не доезжаю до тех, кто хочет продавать машины за бешеное количество денег и вот радоваться чисто этому. Давайте все-таки определимся, для чего мы вам показываем, что это такое. Это очень хороший агрегат. К слову о том, что в принципе на этом агрегате вы можете начинать движение от минус 10 и заканчивать при минус 10. А зная о том, что у нас немножко все поменялось примерно, да, то в принципе вы можете на нем кататься круглый год. Теперь мы вам говорим, что срок окупаемости вот этого агрегата – это всего 2 месяца, если вы будете ездить все это дело на машине. 2 месяца по городу. Просто поменяли, и получается мировецкое удовольствие для вас. Но даже если у вас денег почему-то вдруг внезапно не хватает, но у вас есть сумма ориентировочная, ну, допустим, сколько вы можете потратить? Ну, грубо говоря, вы можете потратить ориентировочно 10 тысяч рублей в месяц. Спокойненько сюда приезжаете, заключаете договор, небольшая сумма переплаты и уже катаетесь. То есть, в принципе, это должно быть. Потому что это ваша и моя выгода. Я получаю выгоду, получаете выгоду и вы. А для того, чтобы понять, где все это дело производится и делается, мы приехали. Шоссе Западное, 381. Ковка. Прямо здесь они и делают все это дело. Это не просто выгодно, это очевидно выгодно. Год 2014. Я лечил глиобластому в Китае. Там только электроскутеры и все. Китай умеет это делать не с 2014, а с 2000-х годов. Делится с нами экономией. Может, другой вариант и случится.
и мы будем здесь показывать недорогие электромобили, а? Поехали. А куда поехали? Чего поехали? Не, я ехать сегодня не буду, я сегодня так пешком посижу, как говорится. Так вот, о чем я должен сказать? Я должен сказать о цветовой гамме. Она очень разнообразная, то есть на любой вкус. Для детей, для взрослых, для подростков, для всех. Ну и еще одно. Вот эти самые штучки очень интересные и полезные. Появились не только в Магнитогорске, но и окрест. Причем окрест у нас считается и Челябинск, и Екатеринбург. В общем, весь южный, средний, а может даже и северный Урал. Ну, а те, кто не верит, может съездить, допустим, на станцию Запасная. Я там уже видел один из таких вот агрегатов. Ну, а тот, кто совсем не верит, того мы скажем, что у нас в клубе и у нас в передаче джентльменам принято верить на слово. А дальше как хотите.